Очередная стратегическая сессия «Движение вверх» собрала на мозговой штурм молодежных лидеров, представителей среднеспециальных высших учебных заведений, членов общественных организаций из разных отраслей. Здесь используется модель стратегической сессии, называется «Профсайт». То есть мы не говорим о прошлом, мы не говорим о настоящем, мы говорим только о будущем, о направлении, о трендах, которые позволят развитию Ульяновской области на 10 лет. Стратегическая сессия – это еще один шаг к планированию будущего региона, возможность поучаствовать в создании народной стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года. Для участников стратсессии были заданы основные направления – это демография, благоустройство и комфортная среда, бизнес и экономика. Молодежь на самом деле может сделать очень многое, и с этой точки зрения я сама как студент-архитектор и мои одногруппники могут, например, сделать свой проект парка, сквера и вынести на общественное рассмотрение. Вот. Молодежные проекты сейчас достаточно популярны, так как мы можем понять новые мировые тренды и вывести область на новый уровень. Как было отмечено экспертами стратсессии, предпринимательство для молодежи региона не чуждо. В Ульяновской области более 4500 молодых предпринимателей. Какие основные тенденции, какие основные тренды по развитию молодежного предпринимательства? В первую очередь, это, конечно же, все, что связано с IT. Громадными шагами развивается сейчас все, что связано с e-commerce. Онлайн-торговля растет в геометрической прогрессии. Есть еще один тренд, который мы очень четко видим по, допустим, нашим школьникам и нашим студентам, которые участвуют в наших программах. Это создание специальных туристических продуктов. В первую очередь участникам стратсессии предложили за 10 минут обрисовать образ будущего Ульяновской области. Затем также за 10 минут надо было оценить настоящее региона, а потом записать свои идеи по каждому заданному направлению. Я пришел сюда с идеей изменения концепции благоустройства города. Это распределение общественных пространств по их типам не в центре города, а по его районам. То есть спортивные объекты в одном районе, культурные объекты в другом районе, парки в третьем районе. За счет чего, во-первых, мы сможем увеличить привлекательность таких районов, как Кендяковка, да, Дальнее Засвияжье. По окончании сессии все предложения молодежи были аккумулированы и в дальнейшем будут внесены в стратегию социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.